Всем привет, с вами снова Макс, и сегодня мы с вами будем продолжать. Сегодня я хочу посмотреть игру по названию Хаос. Пока что я проверяю, как вообще захватывают игру, потому что это просто капец. Если что, я вижу вот это вот окно посередине, вот она вот так вот выглядит. Так, что это? Что видно? Так, видно то, что надо, отлично. Вообще какие-то проблемы с настройкой были. Так вот, о чем эта игра, я хз, но мне ее попросил, типа, один из моих зрителей поиграть. Поэтому мы посмотрим, что сегодня да как с ней. Типа, и тут какое-то конченное меню, если честно, и я хочу рестарт сделать. Вот, вроде как на нее есть русификатор, но я хз, тут такое, типа, название, блин, странное. Что хрен поймешь. Так. День движения, что ли? Так. Также после движения. Так. Блин, я... Подожди, я знаю, как это переводится. Подожди. Sometimes это как-то раз, каждый... А временами, во. Временами я не могу сказать, если я проснулась или я сплю. Не начинаю, типа, смываться, ну, короче, быть похожими друг на друга, что типа этого, я так понимаю. Так, понятно, тут какая-то хрень. Вот, я буду со своим корявым английским, плюс я сегодня еще жара и ни хрена не понимаю. Так вот, что я хотел сказать, название хаос игры, ты там хрен найдешь русификатор, потому что хаосом слишком до жопы, то ли. Shift. Но новая запись в журнале. А журнал это какой? Где? Отличный выключатель. Мам, ты что делаешь? О, доброе утро, Таби. Не беспокойся по поводу этой комнаты более. А вот мама там, это моя... Это картина или фотография, я не уверен. Я ненавижу все. Понятно, подростки. Я ненавижу все, что я вижу. Я не вижу эту комнату. Сайкл? А. Понятно. Вроде как это игра хоррора, но я не уверен. Подожди, а здесь типа каждый по-своему передвигается или чё вообще? А чё дверь-то закрыли? Ну не дверь. Шо? Слишком странно. О! Подожди, я шар для боулинга? Типа он у меня сейчас есть, как предмет. Смотри, на. Шо происходит? Геймхантер, здорово. Программа «Сдохни или умри», да? Да хрил. Чё это с ней? Она зависла? Котя? Мяу. Коты должны някать. Мам. Будь осторожна с этим. Это... типа, удачливый шар твоего отца. Плохая защита от пиратов. Да? В смысле? У меня купленная игра. По скидке в Стиме взял. Да что происходит? Что с ней? Чё это ваза такая странная? Это слишком... А чё рестарт? Ой. О, Котя. Котя куда-то ушел. Я уже сломать игру умудрился, это что? Кьюету. А что я взял? Что это такое? А, это корзина. Как ее использовать? Уронить. Чё? Нахрена она мне? Ой! О-о-о! Слишком плохо! What the hell?
в пиратской шляпе. Может, сегодня Sea of Thieves будет? Да я всегда в шляпах. Хрена, блин. Chicken out. Блин, chicken out — это цыплячий выход? Ну, что, типа этого. Какого хрена? Так, мать еще не успела закрыть дверь. В смысле? Бля, а это не открывается, да? Хотя потом уйдет. Подожди, тут шифтовать же можно. А, точно, шифтовать же можно. Подожди, чаще доставал. Ключ. А, подожди, тут что-то было? Вот. Мне просто интересно, что в этой игре вообще сделать надо. Ну что вот это за хрень? Мама! Друзья, а что еще? Че? Молоко. Положи это обратно в холодильник, когда закончишь с этим. Ладно. Котя, пить хочешь? Да. Я не знаю, как это правильно прочитать. Глаза... Чего? А, ее глаза, типа... Видно. Типа закатывается, она начинает мурчать, что типа этого. На тебе шаром для боулинга, блин. Так. Я пока что вообще без понятия. Да ёб. Котя, уйди. Подожди, а что тут было? Что такое вообще? Че, сестра, теперь ты в порядке? Боулинг? Я ненавижу боулинг. Молоко хочешь? Типа, я думаю, это молоко просроченное. Оно пахнет хуже, чем Тоби. Котя, уйди. Чем еще можем сделать? Допустим, мы можем включить свет. Понятно. Свет почему-то влияет на музыку только. Котя, ну давай, на, попей водицу. Мне в то, типа, в то помещение, кажется, надо. О. Мама? Я ничего не видел. Котя, свали отсюда. Подожди, а чё я поднял? Так. Игра, какого хрена? Я что-то поднял. Подожди, может, я тут полотенце могу забрать? Ну, корзину в теории можно убрать. Подожди, а у сеструхи ничего не было? Сеструха! Вставай! То есть вот вода, она тут накапала. Самое оптимальное будет ведро туда поставить. Подожди, а откуда мать пришла? Она из своей комнаты, что ли? Как кису согнать?
небеса. Пур? Так, стоп! Я понял. Все. Изи. Короче, погнали. Не очень понятно, конечно, что там за хрень. Так, так, давай, 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 давай. Это разлить, блин. Может, я что-то там еще мог сделать? Котя? В смысле? Какого хрена? То есть ему похрен, что я на него разлил или что? Или я промахнулся? О. И в жопу! Что это такое? Топор. Понятно. Все. Вроде попал. Что у нас тут есть? Ружье? Так, подожди, я что-то вижу, то, что тут заперто. Ага. Спасена, так. Хрена. Бать, ты чё? Так, и... Типа, он умер? Мать его убила? Чё у меня ещё есть? Топор. О. Чё это? Чё я взял? Рогатка? Так, чё? И нахрена? Что ты такое? Так, умер, так, первый раз это больно, но я начинаю не чувствовать это, так, я не могу сказать, что реально, вот. Вот, я просыпалась там три дня там подряд. Туалет. Так закройся! На сеструху, кажись, люстра там упала, сдается мне. Чего, чего, чего? Чего? Как успехи? Ну, типа, как мамашку спасти, я знаю, но меня убила какая-то бнина. Свали отсюда!
Сейчас попробуем типа с ней разобраться. Валяй отсюда! Так, вроде правильно. Да ёпа! Тут нет. Ладно. Как? Я ничего не видел. На, блядь! Не-н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 е
Так, хорошо, что мы еще можем сделать? Что ты такое? Свалил отсюда! Ну ладно. Так, подожди. Почти знаю, что делать, но спалить не буду. Я пока что, типа, я не знаю, чего сеструха вздыхает. То есть там большую крысу я не вижу смысла убивать. Подожди, а тут что-то было? Тут заперто. Сестру... А подожди, а вот что-то у сеструхи было вообще? Что там сбить можно, допустим? Не уверен. Хотя там типа какие-то ящики. Вот тут какой-то утенок активный. Ладно, попробуем. А что с Коти-то произошло? Он загорелся, что ли? На, бля. Вроде бы норм. Чё? Рубай! Thank you.
Нифига. Тоже что-то ни хрена не понятно. Не, подожди. Ага. Обжи. Оп! Не, ну вот это подстава, конечно. Там хоть что-то было, я не знаю. А можно мне начинать с того момента, когда я все собираю? Я же нормально все собираю. Типа реально непонятно. Типа, чё надо? Типа крысу я не увидел смысла убивать. Сейчас еще раз 20 хочешь, может. Да меня бесит, оно еще такое долгое. А че, ну, типа, не знаю. Мне кажется, в туалете что-то сбить надо, но меня там убивают. Котя, дай прыгать! Да ёп! Эй! 30 раз пробегал, а вот сейчас не пробежал. Че, пец? Так, тут надо закрывать, а то мать утащит. Блин, от этой крысы еще что-то не получается временами уйти. А что за хитбоксы-то, блин? Непонятно, что еще и где может сделать. К сожалению. Шо отсюда? Ха-ха! Я сам сестру убил. Такс. Живо, живо, живо. Живо. Нет, утенок активный нельзя забрать. Что я еще могу сделать? Портрет матери пропал! Не, подожди. Портрет отца пропал. Тут нифига. Я на всякий случай. Может, мне что-то еще есть? Может, тебе рогатку нужна? М-м-м.
смысле? А как ее спасти-то? Можно... Котя! Ладно, я, кажется, понял, что надо сделать. Надо успеть с рогаткой раньше прийти, что ли. Ой. Тихо. Не, подожди. Тихо! Да ёп! Сука, он тут стоит. Что это такое? Не знаю, это тысяча способов вымерить на Диком Западе. Так, ладно, я понял. Да, сука, на скорость. Ненавижу игры на скорость. Это программа? Какая программа? Да, это программа. Почему бать пропал-то с этого, типа, с монитора? Вот теперь, вот понимаете, если ты на кошку подойдешь и молоко выльешь, она проснется. Это я вам заверяю. Котя, пофиг. Да не говори, Котя охренел. Котя! Живо, живо, живо! Йоди! Быстрей! Сеструха, иди в жопу! Блин! Ха! Обойдешься! Дрон-то забери. В смысле, она однозарядная, что ли, ружье? Да не говори, крысы вообще охренеть. Куда сеструха ушла? А, в смысле? А че? Там же патрон был! Дрон-то забери. А. А, я понял. И чё? Ладно, кися походу сгорит. Сеструха-то где? Ой. Не-не-не-не-не. Что это было? Что там происходит? Блин, там все полыхает. А че? А как? Ой. На, блин! Добрый день, молодая леди. Чё, пипинг, я не знаю, что это такое. Она немного что-то делает. Пахнет кровью. Я предполагаю, что что-то, типа, идет не так. Типа, тут всегда происходит что-то интересное.
я хз, типа, мы в какое-то положение. Твоя сестра чисто сердце. Чего, типа, дом получил ее в свои ледяные, типа, объятия. И она не вернется. Вот, ты должна ее вывести в безопасность. Наверное, так. Так, подожди. Ну! Ха-ха! Чего? Мысли? У меня игра зависла. А я не могу это убрать. Да, Мортал, здорово, кстати. Метарит он тоже возможно. Маму сперли. У меня игра зависла. Алло? Да. Ну ладно, сейчас вы увидите мои страшные настройки. Да просто охренеть! Я так хорошо все проходил. Я что-то голову отрубил. Пока что по поводу игры я не могу ничего шибко плохого сказать, но типа тут такое. Знаете, напоминает игра есть, которая типа у тебя полчаса, чтобы спасти мир. Да, я хочу встать. Ну вставай! Подожди, у меня управление, по-моему, не работает. А, нет, работает. Что-то странная дичь какая-то. Что мамы нет, сестры нет, кота нет, вообще заметно не говори. Подожди, а ковра-то нет? Подожди, там был ковер двигающийся. Блин, а холодос все-таки открылся. Типа, я его запирал. Так, пока что я знаю только то, что надо свечку потушить. То есть быстро перед сеструхой берем, сбиваем, бежим в ведро, забираем, возвращаемся, тушим свечку. Вроде должны успеть. Котя, просыпайся, из-за тебя все проблемы. Вот дальше что делать, не очень понятно. Я не знаю, чего сеструха вздыхает. Не плачь. Ага. Так, пошли за сеструхой следить. Куда ты пошла? Ковер. Ковра не было. Что можешь с ковром сделать? А я хз. Ковер не рубится. Тут какая-то мина была. Погоди.
Так, я не знаю, что с ковром сделать. Сейчас надо протестировать одну вещь. Реально, откуда ковер появился? Можно ли засорить туалет при помощи шара для боулинга? Утенок активный. А, подожди. Пши. Так, ну, вот, типа, тут рестарт. Я проверил. Арабская ночь. Это просто звездец какой-то, я не знаю. Там надо будет от бати забрать, короче. Ну, когда там скидывая мяч, там, в принципе, не проблема. Сбиваем, тушим, потом быстрее сеструхи бежим и скидываем. А потом обратно. Мать спасать. Мать я не знаю, чем спасать. Утенка подсунуть. Нахрена утенок нужен? Хотя я думаю, можно было бы успеть туда-обратно. С мечом. Да ёп! Сок! Дай! Не, ну это тупо, я считаю. Типа, ну там 100% варианта нет, короче. Ты там в какой-то момент, ну, ошибаешься. Сейчас пробуем. Так, мать пошла заколачивать. Ага, слушай, я успел. Где? Где кому говорят? Друга, свали! Шляйся в жопу! Так, что еще надо сделать? Не знаю, кому-нибудь утенка подсунуть. Есть план. Да-да, сыночи. Не знаю, поможет или нет. А, подожди, это подсказки? Окей.
Мать что-то хлещет, блин. Вторая версия была 3, как только последние добавили. Не знаю. Подожди, а там накапало. Вот мать заснула. Слышь ты, пошла отсюда! Това. Мама! Следим за матерью! И чё, я в какой-то по... Блин! Надо следить по времени, короче. Ой-ой-ой! Что? Сестра! А, у меня боеприпасов нет, да? Папочка дома. На, папочка! Шо? Папа! What the hell? Я крысу топором уже не могу зарубить. А кусает гораздо дальше. Тип, что второй боеприпас достать. Ладно, пытаемся зарубить крысу. Потому что это не дело. Батя этого совсем охренел. Подожди, а кто тогда у нас типа в этой в кладовке? А нахрена уточка нужна? Может, уточка крысу отвлекает? Я, кстати, знаю, для чего шар для боулинга нужен. Надо будет его забрать. Мы на ковер можем положить, тогда он не будет двигаться. Блин. У меня почему-то не нажалось. Гамхантер, объясни, крысу можно убить топором? Не, у меня реально почему-то не нажалось. Не помнишь? Значит, утка попытаемся отвлечь. Может, мне второй патрон нужен, который там. Я пока что единственное, что я не знаю, куда употребить. Там, я надеюсь, не гипер на время все. Thank you.
Хо! Да возьми эту рогатку в руки! Плачь, плачь, блин! Что это там валяется? Что ты такое? Что это за улитка? Дай пох, блин! Дай! Так, погоди! Это значит не вариант. Кому? Типа, крысу-то уничтожить? Ты пытаешься спасти всех, хотя не можешь убить... Да мне второй снаряд нужен, блин, который я не могу с этой гребаной крысой забрать! Типа тут главное вот это проблема. Я не знаю, что с крысой сделать. Не тратьте боеприпасов. Я не успеваю раньше нее ударить. Без негатива. Дедом здорово она. В смысле? Фэтик. Помочь? Ну, типа, я в правильном направлении думаю по поводу крысы. Ее чем-то отвлечь надо или что? Да! Кошка, свали, блин! Ее можно задобрить? Чем, улиткой, что ли? Шла отсюда! Задобрить котом? Мертвым? Ковер уже появился. Фу! Фак! Сдохни! А че я не успел-то? Это из-за кота. Она улитка. Поднять. Улитка. Нах мне улитка, я не знаю. Все, сеструха сдохла. Сука. Где она, сестра? Это не я, честно. Блин, вообще так не успел. Капец. В смысле, серьезно?
Я уж подумал, сдох. А вылезла, бля. Блин, это капец, слушай, я вообще немного опоздал. Пошла отсюда! Просто я про сэндвичи не понял, что их поднять может. Тогда изи получается. Ну, батя, возвращайся домой. Не-не-не, я сказал батя! Ой. Ты ж мать, подчини крышу. Батя вернулся. Пьяный батя дома. Батя, бля! В смысле? Чё? А чё? А в смысле? В первый же раз сработало. Ты да я за улитки не попал, что ли? Что за нах, блин? Так, правильный менеджмент энергии. Короче, поехали. Да я еще там типа шар даже уронил не с первого раза. И да, по времени надо будет наконец-то начать рассчитывать. Что-то как и где появляется. Киса свалила! Плохая киса! Где? Мать ты, давай там сильно не пей. Успеваем. Ага. Блин, я шар не уронил. Ладно, сейчас все будет. Так, 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 так. Завтра в силе? Да, в силе. Да нет, что ты тут забыл? Thank you.
опять страдать. Блин, дальше из интереса, что с сестрой происходит, когда она назад возвращается, ну типа на ковре вздыхает или что? Где-то 8:30. Ага. В 9, получается, открывается. Шла отсюда! Я вже! Сестра! Блин, что с сестрой происходит? А вы за сеструхой следить. Что там, короче, с ней происходит? Может, а относительно с остальными все понятно? Вот с уточкой только, по-моему, непонятно, что. Холодильник сам закрылся. Я про самое проблемное место пока что с крысой. Что есть шанс неудачи. Повалил отсюда. Забирай! Шар не уронил? Ничего? Сейчас все болят. Не знаю, еще пригодится, нет? Шо, сестра идет? Заходи к себе. Слышь, стой! Я понял. Надо разрубить гребаный стул. Все, информация есть. Пошел отсюда! Котя! Что делать? Батя дерзкий! Да, сука! Что это за говно, блин? Yeah.
Можно ли тобой разрушить? Можно. Чё с уточкой делать? Спел. Надеюсь, хватит. Да, вроде попало. Что, простите? А! Я понял, надо потом, когда она уйдет, ломать. Какого хрена? Эта семья совсем охренела. Грёбаные суицидники. Утку надо бросить сестре, чтобы поиграла. Да, конечно. Сестре утка нравится. Ты в этом уверен или ты предполагаешь? Жирные крысы развелись нынче. А, блин. Остой, срал. Мать, заткнись! На! Я забыл, сука! За что?
Ебанутая игра. Кто это придумал? Так, а ну объяснили, что с уткой делать. Смотри! Смотри, где у меня Зяня. Стрёмная хрень-то, а? Ну, свалила отсюда. Подожди, а что там? А, сын, еще бы не мог заранее забрать. Ты живой? Не знаю, что там с сеструкой происходит. Маман защищает. Может быть, в туалет? В смысле? Зачем мы в туалет? Нет, что-то еще надо в этот момент сделать. Тут маман засыпает. И чё-то я за это время, наверное, еще могу сделать. Шо отсюда? О! А что, нормально? Сестра! На утку! Чё тебе надо? Я на какую-то концовку вышел? Пройдено!
Типа, это не выглядело возможным. Так. Чего? Так, дни скрежетали или что это скрежет? Короче, я не буду это переводить. Я не знаю. Вот, но сейчас, ну короче, типа, раньше было говно, а сейчас все четко. Пучит обнимашек. У нас выжили все, мы даже крысу приручили. Так, семья, пожалуйста, объясните, а почему в комнате ваших родителей, сука, труп внизу? The end. А типа, есть как... Ты думаешь, ты победила это? Ну, я боюсь, ты ошибаешься. Здесь нет возможности остановить это. И это не закончится никогда. Так, короче, я считаю, что я прошел. А, так что, народ, я где-то минут на 40 на перерыв ухожу. Просто я чемпион. Вот. Я не понял, почему, когда я в батю второй раз стрелял, я не попал ни разу. То есть там два залпа было. Когда у меня был один патрон, я ему ноги шиб, короче, и... Ну, может быть, это улитка была виновата, я не знаю. Ну, типа это... Блин, не знаю, игра, по-моему, не стоит своих денег. Может, ее можно вернуть? Два часа еще не прошло. Так, ладно, не знаю, я ее не буду возвращать, пускай разработчик получит свои деньги, она, в принципе, прикольная, но так, ну, что-то контента маловато, мне кажется. То есть я что-то, ну, вот реально, час 13 или 14, я понял все, что делать. Ну, вроде как. Может, есть секретные концовки, но я не очень понимаю, когда они дойти. Все, так, давайте, если что, приходите в 8, будет пираты, ну, они мне немного подлагивать, скорее всего, будут, но там, со мной пообщайтесь. Все, я имею в виду пират Карибского моря. Ой, блин, какой комбо Карибского моря. Sea of Thieves, во, море воров. Все, давайте, если что, пока, еще увидимся и до скорых встреч. Все молодцы.